Мать Натальи Осиповой, Галина Марьина, почетный донор России, живет в доме, которому нужен серьезный капитальный ремонт. Годы бездействия управляющей привели к проблемам и в квартире. Семейное положение сложное. Дочь ветерана труда обратилась к губернатору. Сейчас уже нет сил, у мамы пенсия 15600. Сестра инвалид первой группы. Вот. Угу. Я прошу сделать хотя бы какой-то минимальный там ремонт, потому что я на заводе тоже работаю, как могу, помогаю. Алексей Русских адресовал городским властям исправить ситуацию. Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин доложил, вопрос в работу возьмут. К сентябрю ремонт должен быть закончен. В планах заменить двери, окна, сантехнику, там, газовое оборудование, газовую плиту, вот, нагреватель, электропровод, отопление. Сейчас мы выходим на торги. По закону мы обязаны отобрать организацию только через торги. Ситуация с торгами повторится и в Майнском районе. Министр транспорта отчитался, готова проектно-сметная документация, но есть замечания. До конца текущей недели муниципалитет исправляет замечания. И до 20 числа текущего месяца планируем объявить торги. Соответственно, законтрактоваться уже в июне текущего года, в 20 числах. А дело вот в чем. Улица Дзержинского в районном центре не имеет твердого покрытия, отчего местные жители постоянно испытывают ряд неприятных неудобств. Осенний-весенний период нашу дорогу так размывает, там не пройти и не проехать. Скорую помощь детям мы вызвать не можем, она подъезжает только до пожарки и все. То есть и мы оторваны от цивилизации. Ситуация взята на контроль. Алексей Русских, обращаясь к муниципальным властям, отметил. Мы должны с вами стремиться к асфальтовому пакете на следующий год, чтобы мы там какие-то улицы уже делали в асфальте. Понятно, что бесконечного ресурса денежного нет, но все равно давайте приоритеты расставим. От частного к общему и от общего к частному. Глава региона помог разобрать еще два вопроса. О помощи многодетной семье в Чердаклинском районе, чей дом сгорел на пожаре, и о выделении бесплатных путевок четырем опекаемым детям из другой многодетной семьи.